Алон, разуми, как с Винтера, сегодня мы продолжаем играть в All Star Tower Defense. И сегодня мы будем обучать Нуба играть в эту игру. Привет. Ну, сегодня у нас снова конкурс. Все, что нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на мой канал и написать комментарий, который не получит ни одного лайка. Разыгрываться будет вот этот вот персонаж Dungeon Queen Shadow Spirit. Ну что ж, давайте начинать наш видос. Все, да. пошли сейчас баннер пооткрываем. Давай, погнали. Давай, это что такое вообще баннер? Ну, баннер. Сейчас поймешь. Я только Discord баннер знаю, это я не знаю, что за баннер. Давай, погнали, нажимай, короче, самон. Вот видишь, кнопка синяя. И, короче, здесь есть разные юниты. Вот, ты нажимай 10x самон. Вот. Мне дался какой-то Кержаруто! Во, и короче, очень быстро кликай, и ты так сможешь сразу 10 прокрутить. Я сейчас возьму, короче, нубскую тиму, чтобы мы с тобой два нубика были чисто. Итак, вот мы запустились в катку, и мы уже выбрали нормал режим. Смотри, короче, у тебя внизу есть юниты. Попробуй что-то нажать и поставить, короче, да, вот сюда вот. Я ставлю вот этого дебила вот сюда вот. Что за дебил, показывай. Этот, который мне за кот вроде как дался. А, ты серьезно? Зачем? Ну ладно, давай я тоже что-нибудь поставлю. Что-нибудь такое слабенькое. А, мне даже ничего не хватает. Ну давай вот это поставлю. Прикинь. Хорош. С одного удара даже не убивает. Так, у тебя хватает уже на нового юнита? Да, у меня 763. Куда его ставить? Да я не знаю, вот сюда поставь, потому что сейчас мы сольемся. Давай вот сюда его поставим, короче. О, слушай. Фига. Что это такое? Ну... Что, даун? Да нет. Да нет, нормально фигачит. Нормальный юнит. Что он стоит? Он не стоит. Давай я тоже поставлю, а то мы сейчас сольем. А тут 15 волн, что ли? Да, тут 15 волн. Так мы уже 5 продержались. Одна катка, что ли? А сколько катка вообще времени идет? Да не знаю, примерно. О, у меня на еще одного такого хватает, держи. Давай, ставь. И у меня, кстати, юнит за код есть, вот этот. Если бы ты немного раньше начал играть, ты бы мог бы получить тоже на халяву. Капец, там взрывы какие-то атомные происходят. Ну так это твои юниты делают. Ты же их прав. Они такие жесткие, что ли? Ну нет, они на самом деле фиговые в плане по статам. Но эффект. Нормально, я только играть начал, блин. Да не, эти юниты, они сейчас халявные, они всем просто. У меня дамага больше, чем у тебя. Ты о чем, братан? Ну так ты же я юнитов не ставил. Ты что? Давай сейчас я поставлю одного юнита и за один раз больше дамага сделаю. Давай. Не надо, не надо. Так. Не страшно, пацаны. Изи просто. Спасите. Все, у меня. Я одного юнита поставил, и все. У меня уже два раза больше дамага, чем у тебя. Вот это кто вообще? Это что это такое? Powerful? Да. Да, это типа, короче, их можно убивать, только если ты юнита прокачал на первый левел. То есть вот у тебя юнит просто, ты его поставил, он не может утащить. А вот ты прокачал на первый левел. Понял. Короче, тут настолько замудрено все, да? Короче, в чем смысл игры? Просто выбиваешь юнитов и их прокачиваешь их в играх, да? Да, и фармишь за счет этого кэш. Ну это понятно. Tower Defense. Я в Tower Defense обычно играл. О, Powerful идут. Powerful. Оф. Мой юнит их раз. Да, поэтому юнит. До фула. Он будет разносить всех просто на изи. Рофлишь? Да, нет, не рофлит. Еще самый лучший юнит в игре. Давай, апай его на фул. Сейчас, у меня 1100. 1300. 1100 стоит? Ты шо? Не, у меня 1100 стоит, у меня 1300 сейчас. Мне 4 монеты, короче, не хватает. 4 кэша не хватает. Пацаны, скиньтесь на пропитание, донат вот. Все, я прапала максимум, все. А что, серьезно, у нее анимация одинаковая, даже ничего не меняется? Капец. Разрабы зажрались. Давай я что-то поставлю. Давай, посмотрим, обгонишь ты меня или нет, бейбичик. Давай. Так, что мне можно вообще апгрейдить? Что-то пока не обгоняю, блин, мне кажется, я нубик. Ну, блан. Давай один на один сходим. Можно один на один ходить? Да, ну тут есть ПВП. О, пауэрфалы идут. Пауэрфулы. А они вообще слабенькие, у них по сколько? По 120 хп, надо было идти в экстрим. Пять они это, красивые. Такие гоблины. Я просто не думал, что у тебя будет... Такой большой дамаг у этих персов, я просто забыл, какой у них дамаг. А, у меня типа нормально жесткий, да, дамаг? Ну, слушай, для тебя жесткий. Так, у нас уже, кстати, 13-я волна, скоро будет идти мини-босс. Ну, вау. Ну-ка, где его? Я сейчас хочу его убить. Руками замочить. А он через две волны будет идти на последний. Вот, смотри, кого я поставил. Хочешь такого юнита? Хочу. Ну, если у тебя апнется 40-й левел, я тебе его дам. Окей. Насколько долго вообще 40-й левел здесь апать? Ну, я не знаю, в принципе, если много играть, то можно где-то апнуть за несколько дней, если играть нормально, активно. А если играть, раз в год заходить? Если раз в год заходить, то ты апнешь его через 10 лет. А, то есть, когда у меня уже по 25 лет будет, да? Когда я уже буду взрослый, когда я уже у меня будут дети, да, семья. Апнешь наконец-то 40-й левел, чтобы я тебе юнит отдал. Смотри, какой лютый юнит. Уф, соска, нереалка. У тебя что, аж залагало у тебя, да? Да, у меня аж залагало, разорвалось просто. О! А, блин, я думал, я забагал.
Все, у них короче... робот. А, по 300 хп у них. А, это последняя волна, да? Да, это последняя волна, и потом будет босс. Ну, сейчас босс будет идти. Давай, выходи этот босс, сейчас разорвем его на просто крылочья эти. А дебили. У них уже экса по 500 хп, твои уже не будут справляться с одного удара. У меня же столько дамага, понимаешь, Винтер? Я столько дамага, это, кстати, за чем больше у тебя дамага, за это тебе еще гем будут отдавать, и ты после этого сможешь... А XP за одну катку сколько дается? Не знаю, я думаю, ну ты... Второй, третий левел апнешь за одну катку. За эту катку уже третий левел будет, да? Либо ну, второй. Возможно, да. А, короче, удаляй всех своих вот этих, у которых по 500 дэмэджа, и ставь вот этого, который с языком. Какой с языком? Вот этот с языком. О, босс! Сейчас... Босс пошел. Погнали, оп-оп-оп-оп-оп, все прокачали. А у босса, кстати, 3200 хп. Давай. Давай, оп, оп. Сейчас разнесу твоего. Что-то, так, слушай, давай. Что-то как-то не особо, да? Прорывайся, кого? Это была лучшая катка в моей жизни. У меня все на 4 левел почти перекачали. Красавчик, тебе должны были дать юнита. Мне дали Alien Soldier, который вот эти вот дебилы мелкие шли, я так понимаю. Только этот юнит сам по себе говно, он для крафта. Короче, нажимай return кнопку. Сейчас вернемся, посмотрим, что тебе дали. Чё, нифига, у тебя 6 левел за одну катку. Чё, жёсткий 6 левел за одной катки. Не, ну это просто как я и думал. Типа из-за того, что сейчас двойной XP, у тебя 6 левел сразу. Мне дали... Где гемы, брат? Где мои гемы халявные? Гемы, зайди в tasks, и там, короче, за задание тебе должны были дать. Ну я там по 15 гемов даю. О, серьезно, добавили такой квест, короче, ежедневная помощь Нубу. Я за то, что я тебе помог, то за это мне дали гемы. То есть ты меня еще зарабатываешь, да? Понял. Ладно, ребят, короче, если вы хотите еще один видос с Кнобзи, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылка на него будет в описании. С вами Кнобзи, и всем пока-пока! Пока!